В Югре запускают грантовый конкурс для поддержки проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Наш округ сделает это первым в России по модели президентского фонда культурных инициатив. В этом конкурсе предусмотрено 9 тематических направлений. Среди них – нация созидателей, великое русское слово, культурный код и другие. Прием заявок начнется 1 июля. Подать их смогут НКО, коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели. Заявиться не смогут госучреждения, госкорпорации, госкомпании и политические партии. Проекты будут оцениваться на соответствие двум указам президента России, касающимся сохранения и укрепления традиционных ценностей и исторического просвещения. Добавлю, оператором конкурса выступает фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».